Клод Лорен родился в 1600 году в герцогстве Лотарингия в семье крестьян. Будущий мастер классических пейзажей впервые приобщился к рисованию благодаря старшему брату, который был довольно искусным гравером по дереву. Маленькому Клоду едва исполнилось 13 лет, когда он в сопровождении одного из дальних родственников отправился в Италию, где и провел практически всю оставшуюся жизнь. Путь в большую живопись мальчик начал с того, что стал слугой в доме римского художника-пейзажиста Августина Тасси. Здесь он получил много необходимых познаний в технике. С 1617 по 1621 год Клод жил в Неаполе, будучи учеником Готфрида Вельса. И нет сомнений, что этот период наложил неизгладимый отпечаток на будущее творчество художника. Именно здесь молодой Лорен увлекся изображением морских и прибрежных пейзажей, и этот жанр в будущем занял значительное место в его творческом наследии. Вернувшись в Рим, Клод опять появился в доме Августино Тасси, теперь уже в качестве одного из лучших учеников. В 25 лет Клод ненадолго вернулся на родину, где помогал расписывать соборы Клоду Дерюэ, придворному художнику лотарингского герцога. С 1627 года и до конца своих дней художник прожил в Риме. Некоторое время он выполнял пейзажные фрески под заказ, декорируя соборы и особняки. Но постепенно он все больше сосредотачивался на станковой живописи, причем нередко проводил день за днем на пленэре, изображая свои любимые пейзажи и архитектурные виды. Изображения людей давались ему, если не с трудом, то уж точно без вдохновения. Редкие фигурки персонажей на его полотнах играют чисто вспомогательную роль, и в большинстве случаев рисовал их не он сам, а его помощники, друзья или ученики. В этот период Лорен освоил технику афорта и достиг вполне приличных высот, но к началу 40-х годов он постепенно теряет интерес к этой технике и полностью сосредотачивается на пейзажной живописи. С 30-х годов у него стали появляться очень завидные заказчики. Сначала французский посол при папском дворе, затем испанский король Филипп IV и чуть позже сам папа Урбан VIII. Клод стал модным и популярным. Спрос на его произведения постоянно рос. Художнику пришел достаток. Он снял трехэтажный особняк в центре Рима по соседству с еще одним выдающимся художником – Никола Пуссеном. За всю свою жизнь Клод Лорен не был женат ни разу, но в 1653 году родилась его дочь Агнес. И именно ей после смерти художника в 1682 году досталось все его имущество.
Thank you.